Концерн Volkswagen представил в Амстердаме новое поколение коммерческого семейства Volkswagen T6. Хотел бы напомнить вам, что нынешнее пятое поколение выпускается уже более 10 лет, и по всем параметрам пора уже было выпустить новое поколение серии T. Однако представленный T6 в Амстердаме трудно назвать новым поколением. Фактически речь идет о глубоком рестайлинге пятого поколения. В частности, внешний дизайн машины изменился незначительно. Машина получила новые формы фары головного света, новые бамперы, решетку радиатора и задние светодиодные фонари. Зато салон машины подвергся серьезным изменениям. Дизайнеры Volkswagen полностью переделали переднюю панель и оснастили салон массой дополнительных опций. От обогрева лобового стекла и охлаждаемого бардачка до новейшей мультимедийной системы с USB-входом. Кроме того, как и легковые модели, коммерческий T6 оснащен теперь современными системами активной безопасности, среди которых система предупреждения о помехах в соседней полосе и активный круиз-контроль. Гамма прилагаемых моторов у T6 будет состоять из турбодизелей мощностью от 84 до 204 лошадиных сил и бензиновых моторов мощностью от 150 до 204 лошадиных сил.